Полицейские провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение незаконной игорной деятельности. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области пресекли незаконную игорную деятельность, организованную в одном из заведений, расположенных в городе Азове. В мероприятиях, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной организации и проведения азартных игр, приняли участие представители общественного совета при главном управлении. Борьба с незаконной игровой деятельностью и нарушение закона в сфере игровой деятельности, которая проявляется в различных игровых автоматах, постоянно находится на особом контроле руководства Главного управления МВД России по Ростовской области. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли 18 игровых аппаратов, в том числе терминалы оплаты. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная организация и проведение азартных игр». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.